Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. И у нас две новые миссии, 175 и 176. Ну что, давай посмотрим. Так, у нас что, только лучники, великан. И все? И 5 очков улучшений. Так, давай, наверное, лучника улучшим. Это раз. И великана. Блин, ну это как-то интересно. Никого нету, только... Так, уничтожить статую врага. Так, а может быть, надо было великана? Так, а у него-то что там? Ой. Нифига тут у нас поле. Ай. Давай, вот этих вот... Ага. Шахтеров его тоже вали. Правильно. Сколько у нас лучников-то? Трое. Слушай, ну мы сейчас быстренько ему запинаем. Все. Ну, сейчас они мне тоже, конечно, уничтожат. Что там происходит-то? Ага. Почти, друзья мои, всех лучников забомбашили мы. Смотри, что творит, а? Так, в наших интересах тогда получается что? Не давать ему собирать золото. Вот что в наших интересах. Слушай, еще, наверное, нам нужны будут добытчики. Они все равно будут потихоньку выходить. А мы их будем... Да, только вот такой вот вариант я, ребята, и вижу. Выход, так сказать, из этого положения. Они будут убегать, мы будем постоянно выбегать. Ага. Лучник свой получил. Так, а вот теперь, знаешь, что я хочу сделать? Я хочу накопить... На великана. А лучше вообще на два великана. Лучше на два великана накопить. Если, конечно, такая возможность будет. Если получится. Давай. Подходите, буржуи. Минус еще один добытчик. Отлично. Просто шоколадный, ребят. Так, а у него там два лучника, я смотрю. Да, лучник не успел убежать. Все-таки мы его достали. Так, ребята, первый великаша пошел. Первый великан... Готовится выйти на поле боя. Так, сейчас он выйдет. Так, нам главное не давать этим добытчикам золото таскать. Ох, как хорошо. Ой, замечательно сейчас было. Так, второй великан пошел. Ни грамульки ты не получишь золота.
с этого поля. Ага. Так, добытчики, давайте быстрее. Так, второй великан появился. Ну и осталось у него всего два добытчика. Но не забывай, что опять же будет подкрепление. Так, друзья, третьего великана я заказал. Вот гаденыш, успели все-таки, да? Не, не успели. Распластались. Так, ну что? Я думаю, что, наверное, можно уже, в принципе, в нападение идти. Или все-таки забить армию целиком. Ты смотри, откуда у тебя взялся? Работяга. Не повезло человеку. Просто не повезло. Слушай, я думаю, наверное, можно нападать. Пошли в атаку. Три великана плюс лучники, я думаю, здесь не устроит такого шороху. Ага. Вот, вот, друзья, и подкрепление. Мы ни одного этого не пропустили. Ни одного добытчика. Все. Ну что, победили. Ну что, переходим на 176-ю миссию. Я не понимаю, вот это неужели так было тяжело перевести? Вот это вот. Цель задания. Ох ты. Здесь нету. Странно как-то. 10 очков. Ну, давай. Сделаем так. Плюс. Я не знаю, великан нужен, нам не нужен. Наверное, нужен, скорее всего. Ну, посмотрим. Уничтожить статую до заката. Блин. Ё-моё, у него-то армия-то, будь здоров. Это будет жестко, конечно. Чё, все, фул армия? Чё, погнали, друзья, попробуем? Я не знаю, что из этого получится. А где мои лучники-то все? Фига там. Подкрепление, да? Ты посмотри, что мы тут вытворяем. Тут еще и зомби, оказывается.
Все. Ну что-то тут вообще как-то легко было, тебе не показалось? Давай-ка мы попробуем вот этот уровень пройти на невозможном. Это, конечно, жестко будет. И нужны ли нам тут мечники? Попробуем сделать так. Мечники и копьетоны. Как бы вот сейчас у нас фулл армия получается. Но без лучников. Пойдем посмотрим, что вот у нас будет на невозможном. Сможем ли мы здесь вообще их одолеть или же нет. Это всего два... Смотри, насколько ребята, крепкие. Насколько крепкий здесь зомби. Фу, зомби этот. Великан. Да, здесь он очень сильный. Плюс еще тут зомби. Как ты видишь, зомби-великан вышел. Сколько у меня там лучников-то? Блин, маловато. Вот тут вот хорошо, конечно, мы их сейчас прижучили. Смотри. Просто не даем им ничего сделать. Но, правда, не забывай, что зомби от них появляются еще. То есть они погибают, от них остаются зомби. Что, у меня один великан, что ли, остался всего? Ты, блин, серьезно? Прикинь. Офигеть. Посмотри, посмотри, что делает. Смогли, да, получается. Хорошо, а если мы сделаем тогда... Вот так. Сейчас мы попробуем кое-что другое. Так, раз, два, три, четыре. Так, нам... А, добытчиков я не могу делать. То есть добытчиков в любом случае только две штуки могут быть. Вот оно что. Тогда попробуем вот так вот сделать. Уж не знаю, что из этого получится. Блин, ну зомби, да, там зомби появляется, это, конечно, очень плохо. Зомби ядовитый. Лютый урон наносит. Видишь, этот зомби плешивый там.
Тут-то, конечно, тут все очень быстро разбирается поначалу. Но вот когда выходит подкреп, вот именно этот подкреп, состоящий из капитонов. Да там даже не только капитон. Вон. Просто град стрел, ребят. Ну вот это что такое? Ты видишь, мы убиваем, а они воскрешают в виде вот таких вот ублюдков. Да. И ничего-то ты тут не поделаешь. К сожалению. Что тут можно еще придумать? Ну, на одних великанах я вряд ли тут смогу пройти. А если, например, вместо великанов сделать... Нет, без великанов, ребята, будет фигово. Без великанов будет фигово. Давай попробуем тогда. И все, что ли? Это... Все, что мне хватило. Даже не знаю. Поехали, попробуем. Блин, очень быстро как-то здоровье у моих великанов уменьшается. Очень быстро. Еще вот этот что зомби тут появляется. Это... Вот ни к селу, ни к городу. Серьезно тебе говорю. И они еще и отравленные. Ты посмотри. Они умирают, в принципе, от того, что они отравленные. Почему они бьют их? Почему они не уничтожают статую? Я вот никак не могу выбиться. Видишь? Зомбятина повылазила. Ну давайте, родные мои, ну... Там статуя осталась, шиш да не шиша. Ну ты прикинь, чуткарика не хватило буквально. Чуть-чуть буквально не хватило, а? Они еще полудохлые ползут, понимаешь, чем дело? Нет. А кто это такой? Что это за чувак с косой? Я что-то не понял. Так, давай еще разок попробуем. Еще разок попробуем. Так, великаны, ну великаны, да. Плюс лучники.
Ну, ведь лучше лучников прокачивать, чем копейщиков, получается, так? И, например, капитоны. Ну, вот так вот. Фу, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Стальные лучники. Так, ну что, поехали. Посмотрим, попробуем. Видишь, этот хмырь бомбит, и мои капитоны отлетают. Сейчас зомби тут еще вылезет. Зомби, что-то мы там быстро навтыкали. Вон еще один ползет. Вот смотри, вот здесь вот они бодро-бодро бомбят. Да, именно башню. Сейчас почему-то они начнут сдуваться. Я не знаю, с чем это связано. Так, ну тут у меня, не забывай, капитон еще есть. Ну, ребята, ну бомбите вы статую, ну... Там осталось-то чуть-чуть есть. Все, ребят, все-таки мы своего добились. Красиво. Отлично. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.